Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход, крыса краснопузая! Ребят, чего вы, ребят? Ну, родился. А при том, чего, что мать у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже сросла, либо мать твоя шлюха. Ах ты, ах ты. Ну давай, скажи. Моя мать шлюха. Говори, Дрич. Иначе ты у нас получаешься уродом. Раз твоя мать уродов рожает. Нет. 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 Моя мать шлюха. Вот. Что я вижу? Какие люди? Значит... Ну как, Адолька? Закончил там? Искрит? Хрена лысого тут закончишь. А я говорил. Нечего того с клешнего было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё хочешь. И все бесплатно и круглосуточно, но позже. А пока вон поди на мост гони. Глянь, что там дымит. Сам бы пошел да глянул. Ну, Адоль, ну халтурщик. Опять все накрылось. Все, все самому надо. Мужик, пощади, не убивай! Все, все, что есть, только не убивай! Прошу, не убивай! Внимание, режим повышенной готовности. Посторонние на объекте еще не пойманы. Сохраняйте бдительность. По подозрительным лицам огонь на поражение. Смена караула через полчаса. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет, ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. Опять вырубил. Что со светом сегодня? Глянь в курилке, а? А я пока кнопки тут понажимаю. Yeah.
Алекс, коробку проверь. Опять потухло все. Кто здесь? Стой, кто идет? Свободным от трудовой повинности и дежурства рекомендуется явиться.